Меня зовут Павел. Я приехал из Рязани. 3 года назад мною полностью управляли наркотики. Моя личность уже ничего не стоила сама по себе. Но вы слышите мой голос, а значит, произошло чудо, и я выжил. Моя мама узнала о Центре здоровой молодежи и отправила меня далеко от дома, в Украину. Здесь я снова стал самим собой, трезвым и радостным. Не сразу, конечно, пришлось много работать, но в Днепропетровском центре здоровой молодежи мне сказали важные слова. Не все люди наркоманы, но все наркоманы люди. Теперь я больше не наркоман, я снова человек и могу сказать каждому, невозможное возможно.